Тут разве можно вот сейчас вот без света? Здесь надо сушить все. Это вообще бардак какой-то. И никому ничего не надо. Комиссия пришла, фотографировала. До свидания. Угу. Вот видите, что у нас? Можно мы еще раз? Конечно, конечно. Проходите туда. Идемте. Видите тут, что творится? Вон у нас там... Это разве высохнет? Конечно, нет. Ни воды, ничего. Вот бегаем, и я говорю, это безобразие какое-то. Как цыгане мы тут, как цыгане. Цыгане еще хорошо, у них вот утепленное было. А у нас вот в шубах спим и в креслах.